Доброго раночку, наші телеглядачі. Ви подивились дуже цікавий сюжет про іпотерапію. І до нас в гості завітала Ганна Бурагу, президент Асоціації іпотерапевтів України. Доброго раночку. Доброе Це утро. Насправді так зачаровує. Коні допомагають, так? Розкажіть, коли це все почалося в вашому житті і з чого почалося? Звідки ідея? Як ви стали президентом, наприклад, цієї асоціації? Це теж цікаво. Знаєте, от ви сказали слово, це зачаровує. І я вдруг поняла, я вдруг тільки що осознала, що дійсно іменно із-за цього я з лошадьми. Тому що коли я перший раз побачила лошадь, мені було 4 роки, у мене було відчуття, що мене вона очарувала. Просто от я не знала тоді слово «очарувала», але от по чувствам це було, я смотрела з відкритим ртом, и я не могла шелохнуться, мне казалось, что это что-то божественное, которое снизошло на землю. Но это сейчас я могу интерпретировать те чувства возвышенные, которые тогда случились. То есть, по сути, с 4 років вы... Да, влюблена, я с ума сошла. Вообще, вы знаете, конники общения немножко люди сумасшедшие. А чему? Потому что они не могут жить без лошади, и всегда у них на первом месте, как их лошадь себя чувствует, как, ну, что с лошадью. Если, допустим, спортсмены, ну, допустим, футболист упадет, и, допустим, у него случится травма, да, то он будет думать о себе и своей травме. А конник, если он упадет с лошади, первая мысль, где моя лошадь, что случилось? Тобто, я так розумію, що кінь – це як маленька дитина. Да, да, вот знаете, ну, только конники называют, могут назвать там малыш свою лошадь, да, тут как огромный такой малыш. Все мы называем их, да, мой малыш. Так, давай тоді про твоих малых поговорим. Да, давай. Скажи мне, сколько в тебе коней? У меня сейчас 9 лошадей. И все они... Они не все заняты, не все, не все. То есть есть разные лошади. Вот. Ипотерапией вообще я занимаюсь 11 лет, наш центр занимается 11 лет ипотерапией. Это профессиональная ипотерапия, не очень интересно говорить, потому что вот это вот очарование, скажем так, плюс реабилитационный эффект, лечебный эффект, вот то, что мы дарим как бы людям, вот, и детям прежде всего. А лошади у меня некоторые в ипотерапии. Есть у нас старый конь, который у меня, ну, просто она, ну, это первый конь, и я не могу его отдать там на мясо Привет. Или куда-нибудь, ну, я и не отдам. И отдать его тоже куда-нибудь доживать старость, понятно, что этот конь никому не будет нужен. Угу. Вот. А мне он нужен, ну как? Ну, это я... же ридное. Да, ридное. И вообще к паллиативу очень серьезно отношусь. То есть для меня это важная вещь, которая должна быть, существовать и не только, и у людей обязательным образом, и у животных тоже. Вот. Есть у меня две лошадки, которые мы забрали из зоопарка. Ну, зоопарк, который расформировался. Вот, один тоже будет искать хороших ручек, то есть конь одного мы себе оставим, другой будет искать хороших ручек. Есть там лошадка, которая там на тренировке ходит с детками. Вот, ну и, конечно же, 4 лошади у меня в ипотерапии. Ань, расскажи, будь ласка, от, я, чесно кажучи, я в захопленні від того, чим ти займаєшся, проте я не зовсім розумію, от є звичайний кінь, а є іпотерапевтичний. Да. Яка між ними різниця? Ну, каждый конь, наверное, незвичайний. Мне так кажется, у него есть, допустим, лошадь, которую используют для сельскохозяйственных работ. Так. Это особая лошадь. Но она не характер, мать. Она не будет прыгать, скакать, которая используется для преодоления препятствий, а у нее особые, да, там данные. А как вы, значит? Вот, как определить? Значит, это лошадь, которая... Вообще я люблю смешанных лошадей. То есть это, допустим, полукровок. Они более как бы спокойные. То есть это лошадь достаточно спокойного нрава, темперамента. То есть она не горячая. Лошадь, которая готова контактировать с человеком, лошадь добрая, отзывчивая, лошадь, которой нравится ее работа, потому что работа всем должна так. нравиться обязательно. Зачекай. Тут про характер, розумієш? Ми про людей говоримо, що люди там кайфують на своєму місці, так? Але ж людину, ну, простіше зрозуміти. Як зрозуміти, що коню подобається його? Ну, видно. Робота? Ну, як? Точно так же, як і чоловіку. Ну, коли вам щось не подобається, яке у вас вираження лиця? Ну, ну, такое так... же, да. Там уши прижатые, такая морда красивая смотрит. Что-то ему все не так. Ну, и не один раз причем. Відчувається, що ти от з ними на ти абсолютно. Ну, наверное, нет. Я считаю, что с лошадьми все должны быть на «вы». Почему? Потому что все-таки полтонны веса как-то должно впечатлять, и нельзя об этом забывать.
И наоборот, люди, которые у меня работают с лошадьми в ипотерапии, если они не конники, допустим, то это очень портит работу. Потому что нет этого уважения, типа Яна, ты спокойная лошадка, тра-та-та, и это уже ужасно. Безопасность — это наше все. То есть прежде всего должна быть безопасность, а безопасность обеспечивается дисциплиной и уважением к полутонной массе и к пониманием ее, что она ходит, как она себя ведет, как с ней надо вести, что рядом с лошадью надо быть лидером. Вот, и понимать о ее состоянии, о чувствах, ну, понимать. Все хотят понимания. А люди, лошади, якось треба цих коників підготовити? Конечно, обязательно. Во-первых, лошадь в ипотерапии, у нее должна быть широкая спина, низкая холочка, ей должно быть удобно, комфортно, полненькая такая, кругленькая, красивенькая. Очень должен быть красивый ритмичный шаг, четкий ритмичный правильный шаг. Так. Потому что лечим мы не красотой, а движениями. Которые идут от спины, это уже да, про биомеханику. То есть движение, правильное ритмичное движение лошади является лечебным. Это как бы наше, как бы то, что основное есть. То есть лошадь анатомически должна быть правильно, пропорционально сложена, абсолютно здорова и настроена на контакт, потому что у нас команда. То есть команда 3 человека и лошадь. То есть это члены команды. Если кто-то в команде не хочет работать, какая разница, это лошадь или не лошадь? Ну, это уже проблема, согласитесь, да? Ну, так. Ну, да, вот и все. А если наоборот, тому, там, привет, там, ну что, ты сегодня настроен, комбате, как у тебя дела? Все нормально, челочку поправили, на тебе морковку пошли. Класс. Все. Круто. Ну, как-то так. А від чого, наприклад, бували такі ситуації, що зранку там... Ви йдете до коника, а він без настрою. І якось Буває. Треба його вводити в ритм роботи. Буває тоді, тоді ми звертаємо увагу на його здоров'я. Обично є якісь проблеми зі здоров'ям, якщо немає настроєння, оскільки лошаді у нас в режимному содержанні, оскільки вони знають свій розпорядок дня. І якщо лошадь як-то виглядить не так з утра, це перший как бы, нам дзвоночок о тому, щоб поміряти температуру, послухати, нет ли у неї коликов, осмотреть лошадь, все, там слизистые. Прямо там, маленькая дитинка, треба все как? Слідкувати. Конечно, мы не можем, это не какой-то механизм, механизм тоже требует ухода, так. Машина, да, там масло закончилось так. Поменять, там что-то там застучало где-то, все же водители так, что-то у меня тут звук какой-то появился, да, а это лошадь, это конечно, то же самое собака. Ну и человек, и люди приходят, ой, что-то у меня сегодня настроения нет, ну, не выспался, да? Ну давай там кофеечек там или еще что-то. Ну це велика там, класика, да? Так. Да. Слухай, хочеться також, ну, ще якось розвити цю тему з приводу механіки самого процесу. От як відбувається сама терапія? Как? Да, кстати, спасибо за вопрос, очень хороший. Потому что многие люди, ну почти все, они не понимают, как это происходит. И я их понимаю, потому что когда я уже начала практиковать, и были первый раз улучшения, второй раз улучшения, третий, я тоже не могла понять вначале. Вот. Почему? Потому что когда человек сидит на лошади, ребенок сидит, допустим, так. На лошади, и ты смотришь со стороны, что ты видишь? Ну, кто-то сидит как на кресле, да, так. Кого-то там везут. И, ну, и ноги лошади идут, кто-то там сидит, им же непонятно, да, так. Что там происходит. И вот эти вот колебания, которые передаются на тело всадника, ты их со стороны, собственно, стула и наблюдения, ты их не можешь почувствовать, потому что они неощущаемы. Ну, это точно так же, как нельзя почувствовать. Там ты смотришь, человек идет, ты же не понимаешь, не можешь ощутить, насколько его ноги идут и какие от его ног передаются в мозг колебания, так, правда? Так. Ну, себе идет, да идет. Я згадую відчуття, несет, да несет. Згадую відчуття, які, коли ти на конику зверху. Ти ж реально сидиш, намагаєшся з рівною спинкою сидіти, і це так. А это еще работа без седла. Что она нам дает? Ух ты. Да, ипотерапия без седла. Почему? Потому что мы должны ощутить все, вот всадник наш, да, все трехмерные колебания. То есть вверх-вниз, вправо-влево, вперед-назад. За минуту 110 колебаний. Ого. 110? Да. Коли все стигается. Вот. Ну вот как-то так подсчитали. И когда ты садишься на лошадь и начинаешь двигаться... То есть тебе надо одновременно, ты вынесла ногу, ты типа направо, она вынесла другую, ты налево, да, там, она там переставила заднюю, ты там назад. То есть вот это все, и толчок подняла вверх, ты вверх. И вот это вот все время, эти колебания, они со стороны, они незаметны, да, вроде бы, ну что там сидит там. А человеку
і ребенку надо ж как-то там баланс поймать. Так, і це і організм запускає усі механізми. Конечно, і організм включається на саморегуляцію. Надо ж тут вижити. Новая просто, да, новая какая-то среда. Вот, новая, другая площадь опоры, ноги не задействованы, да, там, ну, надо тут как-то выжить и не упасть. Плюс, конечно, нам очень помогает страх в работе. Почему? Не было бы страха, ну, какая разница, сполз, упал и все, да, закончилось. А тут же, страх, да, инстинкт самосохранения не дает возможности упасть. То есть ты как бы, поправился. И через какое-то время уже всадник начинает обладать балансом. Что это значит? Он сидит вертикально, это про сидячих, потому что с лежачими там отдельная работа, и мы с ними работаем. Давай мы зараз закінчимо про сидячих и так говорим про лежачих. Вот, то есть сидячий, да, то есть он удерживает баланс не за счет, например, если ты напрягся, оно тебя качнуло, ты, естественно, туда бац, так. И все. А чтобы удержать равновесие, надо быть расслабленным. Расслаблен, довериться лошади и позволить ей себя нести, а при этом удерживать этот баланс. То есть это очень интересно. Активизируется дыхание, активизируется кровообращение. Научно доказано, улучшается движение мозговой жидкости. Происходит отток крови от головного мозга. Это вот исследования проводили. Это все за счет ипотерапии. Равновесие, безусловно, чтобы при этом мышцы поясницы, вот эти вот мышцы, чтобы удержаться, они должны быть полностью расслаблены, как желе. Полностью все это должно быть желе. Которая людина повинна синхронизоваться с... Конечно, да. И то есть где-то у нее чуть-чуть есть, где-то что, какие-то точки опоры есть там в ногах, да, то есть она где-то держится. Остальное должно вместе с лошадью двигаться, да. И что происходит? То есть происходят вот такие колебания. То есть вверх-вниз, вправо-влево, вперед, я немножко утрирую, вот так вот таз начинает ходить. То есть раскрепощаются мышцы таза. Это наша главная задача — раскрепостить мышцы таза. Вот. И тогда у нас позвоночный столб тоже идет, да, в движение, отыгрывает вперед-назад, вперед-назад с лошадью. Если ты расслаблен, можно посмотреть, там, ну, человек, который не умеет ездить, он сядет, он достаточно зажат, и вроде бы как бы не видно колебаний. Если посмотреть, когда спортсмен шагает на лошади, у него все вот это туловище, вот это туда-сюда. А скільки треба приблизно провести часу на коні, щоб відчути це злиття з конем? Вы знаете, это зависит еще от насколько человек зажат. Иногда посадишь, допустим, взрослого здорового человека, вот, посадишь на лошадь, вот, буквально пару минут, или ребенка даже, да, там, и ты видишь, что он расслабился, и он уже пошел. То есть природное свойство чувствовать свое тело. Природное свойство. А бывает, человек, правда, надо работать и работать. Ну, тогда есть чем работать. Есть чем работать. А тогда вам цікаві люди, які приходять, и одразу все так, як треба. Ну, да, как бы. Аж не интересно. Так, у мене таке питання. Іпотерапія для звичайної здорової людини, у якої немає ніяких порушень, вона буде корисна? Конечно. Я просто конечно. Зараз... А як же профілактика всього? Я не знаю, як тобі це вдалося, але коли ти розказувала про те, як тіло розслабляється і все, я почав уявляти цю терапію, і ти знаєш, ну прям сильно захотілося. Вот, welcome. Не їздив на конях ні разу. Ти втратив півжиття, ти що? Я вже це зрозумів, серйозно. Ну я скажу, це велика різниця їздити на лошаді, управляти лошаддю, сидіти в сідлі. Или седла. Конечно. Более того, лошадь-то ведут, так. А тебя страхуют. Ага. И то есть у тебя есть возможность расслабиться, без седла. Довериться людям, которые тебя страхуют, и ощутить себя так, как ты никогда не ощущал, потому что о тебе все заботятся, а тебе ничего не надо делать. А тут еще один момент есть. И ты вдруг в таком каком-то, ты же всю жизнь за что-то отвечаешь, куда-то летишь, что-то там, да? І тут раз, і ті всі заботяться, і ти просто в раю. Ну, а конь же ж теж відчуває настрій людини. Тут же теж вона взаємодія відбувається, не лише фізична, але скажу, даже не настроєння, а он замечает напряжение. Вот это замечает. Ну, и опять же, смотрите, вот, допустим, вам надо нести на плечах какой-то груз, ну, мешок там какой-то, вы его положили. И этот мешок начинает, он не как желе, допустим, да, там чуть-чуть в свой бик. Да, в свой бок, да. Ну, это одно дело. Другое, если это желе, да, какое-то оно расползлось и лежит приятно. Ну, нормально вроде. Слухай,
А чи є таке, що от коли людина вперше приходить на терапію, так, і вона просто знайомиться з конем, там просто погладити його, там привіт, як настрій, це може якось допомогти в тому, щоб людина сама розслабилась перед терапією? Звісно, то есть преконтакт, ми це називаємо так. Це преконтакт, ну, дуже багато значить. Не каждого, если с детьми мы говорим, то не каждого ребенка вообще можно приучить. Если детки с аутизмом, иногда легче вообще не приучать, а посадить и поехали. За счет ощущений внутренних, проприорецептивных, может произойти вот это получение удовольствия, потом пойдет. Потому что иногда морда может пугать больше, чем сама посадка на коня. Потому что морда, ну, со всеми, да, там. Вот. А если мы говорим о человеке, там, постарше, там, ребенок чуть-чуть постарше, взрослый человек и так далее, приконтакт очень важный. Как приблизиться, медленно подойти, познакомиться с командой, познакомиться с лошадью, постоять, погладить. Приконтакт это играет огромнейшую роль. Давай тепер повернемося також до терапії, але вже до лежачих пацієнтів. А можно еще маленькую ремарочку про биомеханику коня? Так. Потому что я говорила про мешок, да, который сползает, или про желе. Я еще хочу сказать, что делает лошадь, ведь ее функция очень важна в этом. Что она? Ну, допустим, у нас сел человек, который немножко там не держит баланс. Так. Лошади же неудобно, она немножко подстраивается под него. Ага. Но поскольку она немножко под него подстроилась, в дальнейшем, когда она идет шагом, она же не будет все время подстраиваться. Она начинает отпускать и идти так, как ей удобно. Скажем так, она навязывает всаднику правильные движения. Класс! И за счет этого уже, то есть вначале она под него подстроилась, а потом начинает ему навязывать правильно. И за счет этого она его вытягивает в правильные вот эти вот ритмы биологические. Вот почему металлические тренажеры, которые делают там механические там, тренажеры ипотерапевтические, так. Почему они так не работают? Они не могут подстроиться. Они подсадник, они подстроятся, понимаете? А он подстраивается, а потом вытягивает. Я никогда не думал, что кони настолько разумны. Они неразумные, дело же не в... Смотрите, если у вас мешок, и он сползает, вы же все равно как-то подправите, чтобы он не упал. Он не думает об этом, он просто биологически, автоматически он подстраивается, чтобы ему было удобно. Я не думав, що вони настільки біологічно розвинуті. Да. Ну, мені здається, вони геніальні, ну серйозно. Ну, ти мене просто вже за перших хвилин закохала в коней. А ти їх ще навіть не бачив зблизька, ні, розумієш? Ні, я підходив, я преконтакт. Максим, але... ну а хто не геніальний? Ну от лошаді, собаки, кози, ну я не знаю, хто не геніальний. Треба просто вміти вчитися. Я не знаю, вони всі геніальні настільки, що коли ти вникаєш в те, що це существо, як воно устроєно, як... Я не знаю, я вообще в таком восторге от всего животного мира, и человеческого, и нечеловеческого. Это же вообще природа, это все гениально, это вообще божественно гениально. Я тобі скажу дві речі. По-перше, побільше б таких людей, як ти, які так говорять про усе живе, що нас оточує. А по-друге, розкажи про те, як же ж лікуються дітки, наприклад, які лежачі. Ось також це важливий момент. Да, это очень важный момент. Мы берем детей, которые могут лечь на лошадь, но поместиться на лошади, да. То есть, если маленький нас... выходит, так? Ну, там 6 лет еще, да. Там, ну, смотрим, какая лошадь, сколько весит ребенок. Может быть, и 8 лет смотреть надо по ребенку, по его весу, по тому. То есть у нас первоначально всегда идет консультация детского невролога. Всегда, да. Вот у нас в Спирите это всегда есть. То есть человек приходит не на занятия, вначале приходит к доктору. Детский невролог, это стационарный врач по отделению психоневрологии, у нас тоже консультирует. И я тоже на приеме, и мы смотрим этого ребенка. То есть доктор со своей стороны, а я как психолог, психотерапевт и руководитель этого направления, да, со своей стороны смотрю. Вот. И потом мы дальше уже решаем, и понятно, что под каждого ребенка есть своя методика. Ну, детки лежачие, что мы прежде всего выкладываем на лошадь. И когда лошадь идет, ее крупные мышцы, шаг, ритм, происходит такой вот неспецифический массаж. Это раз. Во-вторых, детки лежачие, чаще всего это детки с ДЦП, у которых мышцы зажаты, есть пасть,
и так далее. То есть какой смысл? Нам надо расслабить. И как раз за счет вот этого ритмичного движения на 4 такта, когда ноги лошади идут, да, раз, так, два, так. три, четыре. То есть постоянно есть ритм. Мышцы ее двигаются спокойно и мощно. То есть происходит массаж. Температура тела лошади на 2 градуса больше температуры тела человека. То есть у нас уже есть массаж с подогревом. У нас так все устроено. Да. Вот. И мы с двух сторон находимся, да, ипотерапевт и помощник. И наложением своих рук на бедра поддерживаем его. Мы прежде всего, ребенок у нас должен лежать абсолютно симметрично. И мы постепенно, постепенно, за счет движения лошади, он расслабляется ритма и снижается эта спастика. И прорабатываются, промассируются даже глубокие мышцы спины. Вот. Просто фантастика. И они не только лежат на спине, они висят поперек, потому что это, вот поперек это такое самое, скажем так, простое для очень сложных пациентов, когда нельзя положить на спину, потому что ноги пойдут вверх и все расслабится. Мы вначале, и он, допустим, тяжелый еще, да, там мы вначале кладем поперек, он как-то вытягивается, расслабляется, потом мы перекладываем на спину. И, например, с маленькими мы работаем, мы кладем на живот, и там есть много разных, скажем так, как правильно, ручки положить, несколько разных положений. Что дает, например, положение на животе? Допустим, ребенок у нас не держит голову, да, и лежит на животике. Вот мы положили ножки правильно, там поставили уже ручки, все. Он... И вот лошадь идет, а ее круп получается, он в лице, так. Да, в лицо. Приятно? Нет. Ну, мы же люди злые, вот, и недобрые. Вот ребенок типа начинает плакать, и мы не помогаем. Вот, что ему надо сделать? Ему самому надо себе помочь. Ему надо, и он начинает что делать? Он начинает поднимать голову, подкачивать мышцы шеи сам, потому что он хочет уйти от неприятного движения. И потом через какое-то время он возьмет и голову повернет на бочок. Класс. Понимаете? А потом уже и на другой. То есть это такая вот у нас такая хитрость, когда мы можем стимулировать ребенка именно самостоятельно. А какой метод ему поможет вот подкачать мышцы шеи? Да. Так. А скільки зазвичай має тривати таке заняття? Яка періодичність має бути? У нас заняття 35 минут длится. То есть в это время мы успеваем полчаса мы на лошади находим, у нас физические упражнения на лошади, у нас психокоррекционные упражнения, потому что у нас 80% сейчас детей с расстройством аутистического спектра, с всевозможными задержками развития. Вот. И 5 минут у нас на обязательно постконтакт. Покормить лошадку. Ну, приємно, поблагодарить. Так, на десертик. Да. И знаете, на самом деле это очень важно, потому что иногда там, ну, слез и пошел, да, а вот это вот поблагодарить, посмотреть, как она кушает, погладить, вызывает много ощущений. И еще мне есть такой момент, когда годуешь коней, ты боишься, чтобы он не вкусил тебя тим. А они так губками забирают те яблочко, ту морквинку, наскільки... Обережно так. Вони навіть зубами не лізуть, вони губами забирают. На самом деле не все лошади могут губами. Некоторые могут более случайно. Але... То есть лошади все-таки разные. А некоторые жадно откроют, как крокодил. И... Ну, слава Богу, но... такого не было. Слава Богу, но аккуратненько. Что мы делаем? Как мы с этим справляемся? У нас есть мисочка. Ребенок в мисочку насыпает угощение и кормим через миску. Во-первых, у многих детей есть брезгливость к тому, чтобы все-таки слюни все. А во-вторых, это безопасность. А безопасность у нас на первом месте. Потому что деток много, и не приведи, Господи, палец где-то окажется во рту или ручка маленькая. Так, ну, бывает, на жаль, різне. Знаешь, хочется також уточнити, для кого, для яких видів захворювання іпотерапія – це от найкраща терапія? Ну, мы говорили про ДЦП. Аутизм. Аутизм. Мне хочется сказать, что для всех. Сейчас, смотрите. Конечно, это нарушение опорно-двигательного аппарата. Я так обобщу, да, так, не только ДЦП, разные ортопедические синдромы есть, это тазовые дисфункции тоже сюда можно включать. Еще просто была спина. Смотря, ну опять же, смотря что, можно, да, для того, чтобы расслабить все. Противопоказания сколиозы 3+, третья степень плюс. Противопоказания являются позвоночные грыжи пояснично-крестцового, тоже будут противопоказанием, потому что поясница, что у нас ходит, там же, вот, то есть не все так просто. Спина бифида тоже является противопоказанием, это в отношении позвоночника.
Вот. И психоэмоциональные нарушения. А здесь спектр очень большой. Тут у нас, и если про детей, да, расстройство аутистического спектра, аутизм, задержка психологического развития, психоречевого, задержка речевого, вообще речевиков у нас еще. У нас, кстати, в центре очень много детей заговорило на лошади, которые не говорящие вообще были. Так, да. Эмоциональный докладнейшее. Ривень, докладнейшее, это вы у лошади спросите, как тобто это получилось. Как ты это сделал, кони? Но их много. И в год таких обычно несколько человек таких бывает, которые вообще не говорили. И практически у всех детей, которые плохо говорят, так, улучшается речь. Я думаю, что, опять же, это за счет биомеханики, импульсов, которые идут и передаются по афферентным связям и идут туда, от спины лошади, и за счет психоэмоционального вот этого, знаете, возбуждения, восторга, интереса, удовольствия. То есть тут вот связано вот три в одном. Социальная адаптация, потому что люди с ним работают, целая команда с ним работает, с ребенком. Физическая, потому что упражнения, биомеханика самой лошади, да, равновесие. И психоэмоциональное, конечно, да, оно потрясающее, потому что это другая реальность. Ребенок попадает, тут у тебя и страх, и ощущение, что я победитель, и удовольствие, потому что я наконец-то, ты чувствуешь все свои, можно почувствовать, правда, свои внутренние органы, потому что вот это вот, когда оно движется, ты начинаешь ощущать, вот, то есть это очень такой метод мощный. Поэтому кому подходит? Помимо детей, у которых есть такие вот нарушения, там, да, там болезни, не болезни, там задержки какие-то, это подходит детям, у которых надо снять напряжение просто. То есть это профилактика взрослым, профилактика психоэмоционального выгорания вообще всем. Вот все прям построились и так пошли. Нам все люди. Я серьезно говорю. Люди приходят с одним лицом, после этого у них другое лицо. Это надо, знаете, это снимать надо. Просто какое у них лицо, после того, как они слезли с лошади, а мы их там пошаманили немного. У всех такое, вот, ну, вот восторг, понимаете? То есть это неврозы, неврозоподобные станы, да, там, это профилактика депрессии, психоэмоциональное выгорание, это депрессии, включая клинические депрессии вместе, в тандеме с психиатрами. Мы не против медицины. Ну, конечно. Я просто знаю, що клінічну депресію, ну, м'яко кажучи, дуже важко лікувати. Ми говоримо о тандемі з психіатрами. Вот, если да, человек находится на антидепрессантах, то есть у него подобранное лечение, плюс добавлять, ну, это не может не вызывать эмоций. Это не может не вызывать переживаний, чувств. То есть, по сути, оно происходит отморожение. Да? То есть, депрессия ты как бы заморозил, какие-то чувства, все это подавил, и через какое-то время у тебя возникла депрессия. То тут вот очень хорошо, если у тебя психолог и рядом лошадь, работать именно с, вот, с оттаиванием. Ань, я не можу... Ну, от... Цікавить нас такий момент. Ми зараз говорили про те, що це такий спричиняє ефект вау, коли все класно. От є в тебе, можливо, один або декілька випадків, які ти запам'ятала от найбільше? От такі, знаєш, що прям дуже, ну, вообще, дуже вау, вразив. Вау, да. Был такой случай интересный. Позвонила мне доктор одна и сказала, что и в клинику, реабилитационную клинику, к ним приехала девочка из Кувейта. И она уже прошла реабилитацию, у них неделя остается до самолета, чтобы, ну, они там не тынялись, говорит, возьмите на ипотерапию. Ну, не вопрос, взять так взять. Расписали на каждый день. Вот. И стали они ходить каждый день. Девочке 10 лет, она интеллектуально сохранна, ДЦП лежачая. Голову держала плохо. Вот. И вдруг, но они, правда, взяли не вот получасовое, а часовое, поскольку девочка большая, уже часовое занятие. И вдруг они обнаружили, что за эти 10 дней результат намного лучше, чем за все реабилитации, что они проходили. Они остались еще месяца, наверное, на полтора. Ходили они каждый день. Результат был потрясающий, потому что девочка, мало того, что она подняла голову, мы уже работали над тем, чтобы девочка села. Но это такой короткий был срок. Они уехали на месяц обратно, так, потом они вернулись, и они все лето до осени поздней они просидели в Киеве. Вот, мы их, честно говоря, называли, у нас, знаете, такая расслабленная атмосфера. Они говорят, вот цыгане пришли, потому что их много, они приходили всегда там, и переводчик, и трое детей, и мама, папа, там целой толпой они приходили. И до осени у нас девочка села.
села. Ее они потом отдельно они сажали, могли посадить на стульчик. Да, она криво-косо сидела, но она сидела и держала голову. Так. Да. У нас даже ребята научились говорить там какие-то слова на арабском. Ну, взаимодействуя с девочкой. Да. Ну, очень был яркий. Они к нам 3 года проездили. Мечтали там создать центры по терапии. У себя. Ну, такая яркая была история, потому что, ну, мы сами не ожидали такого вот быстрого эффекта. Вот. Ну, и обычно, да, ну, понимаете, это тоже требует постоянства. То есть метод эффективный, но нужно как бы... Підтримувати. Давай на завершення, от скажи на твою експертну думку, як протягом якого часу потрібно займатися іпотерапією, так, щоб вона дала результатів? Но результат можно, определенный уже результат. Смотри, какие результаты, о чем мы говорим. Мы говорим о том, что ипотерапия улучшает качество жизни. Улучшает качество жизни. Мы не говорим о том, что мы там беремся, это вот взяли там больного человека и на выход. Да, ну это да. Потом ипотерапия хороша все-таки в тандеме с другими методиками. Абсолютно не. Я хочу просто, чтобы и слушатели наши услышали, что ипотерапия это не панацея. Так. Ипотерапия это не замещение, потому что у нас было, когда, допустим, снимали препараты, например, сибазон при гиперкинетической форме и становилось хуже. И мы не поощряли это и не одобряли. Ой, у него меньше гиперкинезов, он так все пошло, сняли сибазон, стало хуже. То есть нужен тандем, и нужен, опять же, врач, который будет вести, отслеживать результаты, видеть, как бы делать вот этот срез по здоровью. Вот. Ну, как бы вот эти вот вещи очень важны. Ми тобі дуже дякуємо за те, що ти ранок почала в нашій компанії. Ну, прям ми серйозно, друзі. Я вам просто зараз нагадаю, у нас Анна Бураго, президент Асоціації іпотерапевтів України. От ми коли спілкувалися сьогодні в студії, от таке відчуття було, що ми вже там десь їздили на конях, і от просто настільки це класно. Я вам раджу спробувати це, тому що здається мені, що у Алли Метлашевської просто так горять очі, що скоро ви побачите сюжет, як ви замість ранкової студії вже там. Я думаю, що ми 100% маємо це зробити. За. Так. Підтримую. Ми такі авантюрні. Давайте. Так. Так.